Приветствую всех, друзья мои. Как вы уже догадались, я нахожусь в автомобильном центре, техническом центре Toyota, где мне нужно сделать техосмотр. Это удовольствие раз в год положено делать. И нам нужно установить дистанционный стартер, то есть на расстоянии заводить машину. Поэтому, я понимаю, здесь придется мне ждать долго. Меня, как постоянного клиента компании Toyota, сразу же при входе дали карточку, чтобы мне не скучать, $5 off, то есть скидка на $5 продуктов, которые вот в этом буфете. Ну вот, чтобы не было мне совсем скучно. А я люблю повеселиться, особенно покушать. И вот смотрите, какой здесь ассортимент продуктов, перекусонов, пирожки всякие, даже яичница там есть, самсы. Ну, в общем, такой буфетик неплохой, ассортимент неплохой. Ну, алкоголя тут, конечно, нету. Ну, а я не по алкоголю, тем более, что я за рулем, всегда за одним рулем, поэтому... Вот так посмотрим, что здесь есть. И хочу сказать, что этот буфетик при автокомпании, при технической, это дилерская. И это частный буфетик. Вот пару человек, это хозяева этого буфета. И вот они неплохо, довольно бойко здесь торгуют. Вот цены, конечно, такие серьезные. Вот даже яичница с беконом тут есть интересная. Ну, есть чего выбрать, если особенно очень сильно захотеть. Ну, я человек скромный. Я выбрал себе, конечно, бублик с чаем. И так получилось, что это как раз стоит $5. Цены, конечно, большие здесь, довольно большие. Но все равно было уже веселее терпеть и ждать, когда меня уже наконец-то отпустят отсюда. Ребята мне этот бублик поджарили, сделали вкусный крепкий чай. И я сидел за столом и наблюдал за людьми, которые тоже, как я, ожидали, пока им машину отремонтируют. Значит, могу сказать только одно, что настолько все предусмотрено. Сидели люди и работали на компьютерах. Кто сидел по телефону, кто ходил, смотрел выставку машин, которые они, так сказать, здесь выставили. Я тоже, скучно было, все-таки 4 часа отсидел, вот посмотрел, машины разные, пожалуйста, можно свободно заходить, смотреть, садиться вовнутрь. Ну, в общем, как-то надо было убить время, поговорил со всеми друзьями по телефону. Жалко, что я не взял с собой ноутбук, вот так бы было бы немножко интереснее проводить время. Как вы поняли, зал ожидания находится на втором этаже, и я решил пройтись посмотреть. Вот, кстати, хорошая машина этого года, Toyota RAV4. Отличная машина, но она на первом этаже, не хотелось спускаться вниз. А вот Avalon, Toyota Avalon, тоже машина сделана, кстати, очень-очень. Обновили ее, сделали шикарно, но цена, конечно, довольно большая все-таки для Toyota. Ну что же, на любителей, это все на любителей. Если бы люди не платили, то не было бы и таких цен, я так считаю. Все-таки 41 950 без таксов, а налоги еще это тоже. Короче, где-то 45 тысяч, наверное, будет такая машинка. Ну, а эта машинка SUV очень модная и популярная в Америке. Сейчас многие люди покупают SUV, и могу сказать, что она действительно стоит того. Это 4Runner, то есть она 4 ведущих, и при том, что мотор у нее 4-цилиндровый. Очень-очень умные машины, очень хорошие машины. И хочу вам кое-что рассказать. Если вы заметили, на резине зеленый колпачок.
Это говорит о том, что больше скаты резину не заправляют обычным воздухом, а туда заправляется газ. Как знают все автомобилисты, что давление в скатах зависит от температуры воздуха. То есть, если зимой низкая температура, значит и давление становится ниже. Если летом высокая температура, то и давление становится выше. И поэтому приходится это все регулировать самому. Что делает газ? Преимущество газа в том, что независимости от температуры давление в скатах всегда одинаковое. Это, конечно, очень-очень хорошая штука. Мне очень нравится салон в этой машине и регулировка. Пожалуйста, можно ехать на эко, то есть экономичный расход бензина и плюс кожаный салон, конечно, потрясающий. Вообще, Toyota молодцы. Они всегда делают все супер. Вот по поводу вот этого зеленого колпачка, это то, о чем я говорил вам раньше по поводу давления в скатах. Дизайн, конечно, мне нравится, очень хороший. RAV4, эта машина, конечно, супер. Влюблен в эту машину просто нет слов. Молодцы, молодцы японцы. Они, конечно же, умеют делать хорошие машины. А на первом этаже представлены другие марки машины, как грузовые, тойотовские траки, так и спортивные машинки. Пожалуй, я спущусь вниз и еще покажу вам кое-что. Я думаю, вы достойны этого. Ну что ж, знакомьтесь, а это Toyota сделала спортивную молодежную машинку, которая, конечно же, на любителя, ребята молодые, у которого есть денежка, могут позволить себе такое удовольствие. И стоит она всего-то навсего 54 тысячи долларов, это без налогов. Ну, налоги где-то, короче, под шестидесятник эта машиночка, конечно, станет. Но зато какой форс, с каким форсом молодежь может ездить и красоваться. Итак, это Toyota Supra. Хорошенькая машинка, но не для меня. Может быть, в следующей жизни я себе позволю такую машину. А пока что, пока подождем. Друзья мои, не забудьте подписаться на мой YouTube канал и нажать колокольчик. Лучшие видео вас ждут впереди.